Первый урок нового учебного года прошел сегодня, 2 сентября, в рамках республиканской патриотической акции «Я громадянин Беларуси». Тема урока «Як ты сердцу моему мила, дорогая Беларусь». Такие тематические занятия уже давно стали хорошей традицией. Они способствуют формированию гражданственности и патриотизма, чувства гордости за нашу страну и ее героев, приобщению к духовно-нравственной культуре. Поздравил школьников области и лично первоклассников средней школы номер 7 города над Бугом председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумма. Всех наших родителей, в первую очередь наших детей, с новым учебным годом, пожелать успехов. Это очень тяжелый труд, я должен сказать. Пожелать здоровья всем крепкого и пожелать всего, чтобы мы через лет 10, когда будем, или 11 лет, когда будут наши детки выходить из стен родных школ, чтобы это были уже люди, преданные своей стране, люди, которые будут любить свою страну, но самое главное, чтобы они уже определились со своей профессией, потому что именно будущее за ними. Поэтому еще раз праздником нашим общим. Глава области Константин Сумар сделал подарок и школе – новый компьютерный класс, а также посетил реконструированную столовую. Сегодня пищеблок учебного заведения находится на высоком уровне как в техническом, так и в технологическом плане. В грамотно составленном меню есть новинки, которые уже оценили по достоинству и школьники, и преподаватели, так как именно сбалансированное и правильное питание – залог здоровья, благодаря которому и успехи в учебе не заставят себя долго ждать. Столовая именно в этой школе – пример, но и по всей области проведена немалая работа по благоустройству учреждений образования и их подготовке к новому учебному году. Школы Брестской области подготовлены полностью к новому учебному году. Очень большое внимание мы сразу, когда-то год тому назад, я специально собирал директоров школ города Бреста по многим вопросам, в том числе не очень-то хорошим, да. И мы там договорились, что буквально за пару лет в городе Бресте должны приведены в порядок вот так, как в 7-й школе, может быть, немножко лучше, может быть, чуть-чуть хуже, но именно по всем требованиям. Все за 2 года пищеблоки, и самое главное, сделать все возможное, чтобы наши территории, которые прилегают к школам, были в очень хорошем состоянии, чтобы они были функциональны для детей. Впереди у школьников целый учебный год. Для кого-то самый первый, для кого-то определяющий 11-й. Модернизация учреждений образования с каждым годом делает процесс обучения все более современным, доступным и многосторонним. Для получения отличных результатов создаются хорошие условия. Остается только приложить максимум усилий и стараться постигать все новые и новые вершины на пути к знаниям. Самое главное, всегда говорю, чтобы именно чувствовалась душа коллектива в этой школе. То есть, чтобы не только государство делало какие-то работы, но чтобы сами, сам педколлектив, сами дети своими руками продолжили благоустройство этой школы не в плане капитального благоустройства, а именно чтобы там подделки, картинки, наглядно какая-то агитация, чтобы все это было в этой школе. То есть, чтобы каждая школа по-своему выделялась на фоне других школ. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.